Нет, нет, все, а контракт был подписан. Всем салам алейкум, что, как вы, ребят? Оу. Короче, я здесь, сейчас здесь на конференции. Ты как нас нашел, а? Я узнал, что Фара здесь находится. Мы уже с тобой виделись вроде вчера. У Ерасыла, да? У Ерасыла, ты с ним будешь драться? Да, 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 да. Ну ты готов с ним подраться? Конечно, готов. Охран, давайте поближе встанем. Черт, я... Да это я уже пятый год слушаю. Ну пока ничего не сделал. Не матерись, во-первых. Ребята, давайте успокоимся. И вот так, ребят, я уже, наверное, раз пятый просто это наблюдаю. Детский цирк вот этот. Мне неинтересно вот это. Ты, во-первых, сейчас в первую очередь не проявляешь уважение к своему земляку, понял? На, башмак свой забери. Он у тебя там, посмотри. Ребят, я опять, бас, видишь, давай, это уважение не к тебе, мне все равно, что ты тут вышел, микрофон кинул, то, все. Давай, сядь, теперь я вот за него, за этого человека тебе расскажу. А, Рамазан, я просил бой с ним, вы не дали. Я даже могу сказать, что мне ответили. Тебя пожалели в этом бою. Ребят, смотри, Фара, почему мы не дали тебе этот бой? Да, почему? Вот, расскажи. Смотри. А он выходит, газует. Либо вы мне даете с ним бой, и я выйду уже точку поставлю. Вот тебе, либо вот вы тебе его будете ответ. Так же закрывать. Вот тебе четкий ответ, почему мы тебе не даем бой с физруком. В первую очередь, в нашей лиге есть определенные рейтинги. У нас есть бои, у нас есть, как и блогеры, медийные ребята, также и спортсмены, которые усердно, хорошо тренируются, готовятся к хорошим боям. Лично я, вот по своему мнению, да, и мнению нашего матчмейкера, мы оценили то, что будет интереснее смотреть твой бой против Ерасыла, да, без каких-либо обид физруку, да, на самом деле просто мне кажется, что у вас разные уровни. Человек же сам хочет, ты же хочешь, ну, согласись. Естественно, да? я тебе скажу, смотри, у меня есть бои по контракту, почему... Не ставят нас с тобой, потому что Ерасулы изначально уже планируют бои тут, планируют. Я не чей-то проект, я проект самого себя. Я выхожу, знаю, газую, дерусь, доказываю. И если ты говоришь, что здесь не дают нам бой, мы в любом месте можем с тобой подраться. Так давай, Я не убегаю. Ты смотри, да, я договорю. Ты говорил магии Альфреда, что я, короче, физруком могу подраться. Ты же видел. Могу с тобой по ММА, вот смотри, вот сейчас, без трэш-тока я могу тебя по ММА выиграть. По ММА ты базару готов? Ноль, подожди, причем... Хорошо, давай не... тогда два боя если сделаем. Ты, смотри, Фара, если... дай я скажу. Давай. Два боя сделаем. Один по кулачке, по твоим правилам, один по ММА. А теперь блогером. Послушай меня. Если ты думаешь, что ты как Шамистан, вы там сказали, руки, ноги, он согласился, нет. Моя стихия кулачка. Я не собираюсь подстраиваться под тебя. Во-первых, послушай, не в обиду. Я делаю так, диктую я условия, потому что я по медийней. Именно в поп ММА. Ты блогерский базар. Ты по медийней. У тебя 500 поражений, а каких ты медий? Какая разница, 500? Тут вот здесь сидят, любой блогер тебя может сломать. Хорошо, я ничего не спорю, я тебе при чем тут, кто сломает? Я про поражение тебе ничего не говорю. Я говорю именно в медийном плане, в поп-ММА, я по медийной. В медийном плане почему это уже не настолько. Должен? Ты был хорошо. На хайпе, когда у тебя ты первый бой со мной был с Зайналом, ты же хочешь со мной бой. Ты проиграл два раза, у нас сейчас хайп. На уровне, наравне, если даже подожди, я не побольше. Подожди, по ММА. Перчатки сейчас дадим. Да сейчас мне зачем травмироваться? Я не боюсь, заряженный. Ты понимаешь? Да ты понимаешь, знаешь, что ты заряд. Да я все, под кумысом. Я да тебя вот здесь сейчас голову хоть, твою вот сюда воткну. Чем. Все, все, вот все, смотрите, все. Всем я говорю. Ля-ля, тополя, короче, давайте мне контракт. И это его будет последний бой. Что-нибудь да оторву тебе. Ну давай, у меня все давай, на этом. Рамазан, а пока Ерасыл тебя разберет на части. После боя я посмотрю, как слушай, ты вот так будешь валяться и говорить. Послушай, я тебе скажу так. Ты подойду, работал. Скажу, как ты бой провел? Вот такое у тебя состояние будет. Все, молчи. Теперь послушай, дай я одно.